Привет! Вы на канале Team Play. И сегодня мы будем играть, ну, не играть, а поднимать кубки на Бель в Brawl Stars. Ну что, погнали? Итак, первый режим у нас парное ШД. Погнали в парное ШД. И да, у меня сейчас появилось много девятых сил. Потому что я копил, вот и накопил до девятой силы. Раз, два. Ё-моё, о, Эгер, о, ясно. Газ на меня идет. Бу. Давайте попробуем убить Була. Ха. Джин, ну, с помощью меня Джин убил Була. Давай. Красава. Ух. Мощно. Попалась. Угу, Шелька. Пам. Ну все, значит. Сейчас минус Энгер будет. Давай. Иди, не бойся. Есть! Убивай. А, все, минус. Ну, хотя бы топ-3. Ну, это плюс. Прикупка. Тоже нормально. Сейчас я вам покажу, на кого у меня девятая сила. У меня девятая сила на Шелли, на Джесси и на Биби. Вот так вот. Мне Биби больше нравится, чем Рикач. Я Рикача могу прокачать еще и Пока. У меня тогда вообще будет жесть. Только одни пассивки могут выпадать. Ну, хотя мало браузеров все равно у меня на 10 силе. На 10 силе. Так что ничего страшного. Ах ты! Там Сквик и Рико. Понимаю. Да что они такие умные? Эволюционированные люди называются. Так, о! Оп! Минус Спраут. А, хотя минус я скоро буду. У меня мало хп. Нет. Я не повезу, не поведусь на твои уступки, Спраут. Пам. Минус. Минус. СТУ. Блин, Скуйк, бежим. Все. Ух, красава. На. Короче, меня скокают с одного удара. Это плохо. Давайте, прежде чем поиграем на Бель, пойдем и поиграем, выполним квестики. Давайте пойдем в Шелли, в парное ШД. Кстати, на Шелли я уже хорошо начал играть. Потому что раньше я сливал, потому что у меня была 8-я сила. Это вообще... Я не мог играть. Вот, я прокачал до 9-й и начал хорошо играть. Мне стало изично, не на 20-м ранге, а на 15-м, на 10-м, вот так. Ого. Пэмка. Угу. И Нита. Ясно. Короче. Я быстренько обошел. И сейчас, если кто-то из нас вот сюда подойдет, сразу минус. Рикач. Ты-то не лезь. Ой, больно, Сквик. Не надо на меня нападать. А то я тебя вблизи могу. Шарашить.
Угу. Моя так тема. У меня вот, ах, вот ты где был. Ой, красава, красава. Бери, 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 бери баночку. Хильса, хильса, бери банку. Я пока быстренько кокну две. И у меня в итоге 7 банок. Аба. Давай, кокай, кокай, давай дальше. А я пока тебя уничтожу. Оп. Там поинки, блин. Вот хорошо, в чем плюс? В Ралстасе нет рекламы, это хорошо очень. Это для съемки хорошо, для съемки роликов. Так, бибуха. Угу, минус 2 и бибуха. Так, давайте сразу пеньку убьем. Красава. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хилиса должен. Давай-давай, нападай. Вот, нападай. Красава, 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 зажимай. Есть. Изично. Слишком. 23128 нанес. Мне надо 160 тысяч нанести. И потом откроем ящик. Надеюсь, выпадут очки силы на Бель, потому что на Бель вообще невозможно играть. С первой силы на 9 ранге. Она, у нее, во-первых, мало хп, во-вторых, я еще не научился до конца с ней играть. Я даже не знаю, для чего предназначена ее ульта. Это Рилли. Так, Кольт, бежим. Бежим, не идем. Короче, Кольт дебил, сразу же видно. Так. Давайте сейчас быстренько 9 кубков поднимем. И это, получается, надо мне постоянно кокать ходить всех, чтобы нанести урон. Это жесть. Так, а тем временем у нас длится ролик 7 минут. Неплохо. Так. Погнали. Давай, давай, давай сюда. Раз, два, три. Есть, изично. Опа, Эдгар. Давай, 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 нападай, нападай, нападай. Так. Красу. Давай. Ну, Кольт, ну опять ты сливаешься. Он согласился или нет, я не знаю. Так, раз. Три, два. Все, я заспаунил Кольта. Блин, он согласился. Этот Кольт. Походу. Ну, вы посмотрите в ролике. Я, честно, сейчас сам не помню. Ага. Понял? Ты пошла отсюда. Пошла отсюда. Десять. Ну, тут ясно было. Эдгар нападал. Нас зажимали. Еще меня Кольт дебил. Блин, как сложно. Потому что мне попадаются дебилы. Ладно, хватит говорить. Что бам получу в ютубе. Так. Мне, кстати, кинули предупреждение, как поешь, когда ноешь. TikTok Shorts Beta. Ну, YouTube Shorts Beta версия. Вот. И, короче, мне кинули предупреждалку, то, что не надо больше это использовать. Вот у меня в следующий раз забанят. Просто-напросто. Угу. Ясно. Уху! Мани, пожалуйста, хоть ты не нуб, пожалуйста, затащи 5-4, все. Так, сейчас он заставит меня. Я быстренько должен калекнуть. Шоколад. Не русскоязычный человек.
Режет шоколад, он шокулат. Вообще прям не русскоязычный. Скорее всего, только выучил. Или это шестилетка, блин, которая не умеет писать. Так. Бам! Давай, есть! Я ему нанес. И мы хотя бы второе место заняли. Ех! Там, таран. Есть. Ну, хотя бы 7 кубков. И мы выполнили квест. У нас плюс ящичек. Там. И... Да, в смысле они выпали очки сегодня? Ладно. Давайте пойдем тогда играть на... Быль. В Бробу. Итак, тем временем мы будем выполнять квесты и играть за Бэль. Ага. Ясно. О. Бэм-бэм-бэм. Она ультой кинула вообще. Трр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 рr О, Джессика красава. Ох, красава, есть. Джессика, ну забивай! Есть. А то он тут тупил. Брам-брам-брам. Убил. Мы выиграли. Хакарасака. Хакар... Короче, странно мне там было. Ого. Давайте попробуем пойти... Вот сюда. В ограбление. Так. Поиск игроков. Что-то так долго. О, есть. Да здесь там не карта, не дебильная. Для бета. Ну, в принципе. Я отсюда вижу. Быль. Опа, вот и Макс. Давай. Да. Ага. Тут явно мы выиграли. Естественно. У нас там Макс вообще бешено на нас курил. Кстати, почти похожие фильмы. 38, 34. Есть, мы выиграли. Потому что Макс там дамажит, а мы я придерживаюсь со стойком игрочков. И есть, мы выиграли прямо на краю. Как? Вообще, пиздец, это как? Прям на краю, это жесть. Я не запомнила, то, кто там против нас? Амбер, ё-моё! To recall the surge, всё. Это минус Амбер и минус Мэм, потому что СТУ со Скуйком это все, это минус катка. К
кстати, кто живет в Узбекистане, тот знает, что в Unity Base будет проходить батл 6 июня. Можете прийти поддержать меня. Я там буду. Угу, 70. О, 67. Парам-парам. Получается, по 3% мы наносим. Так. Ну, давайте последняя катка и, в принципе, закончим на этом. Погнали. Ладно, пусть вот так хотя бы. Хоть на грустной нотке. Так. И ну вообще наноси. Мы сейчас. Блин. Ну ладно, на вот такой мы нотке и закончили. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я. Вы были на канале Team Play. Всем пока-пока!